Когда случилась авария, в этом автобусе находилось около 30 пассажиров. Аутосан двигался на выезд из города в сторону дач. Внезапно на дорогу выехал КАМАЗ. Водитель грузовика хотел развернуться, но не успел совершить маневр, и два транспортных средства столкнулись. КАМАЗ выполнял левый разворот по улице Терешковой, вот перед заправкой. Автобус «Автосан» двигался по крайней правой полосе, как ему и положено. Значит, водитель КАМАЗа не увидел его, или там непонятно, что случилось. То есть он не уступил дорогу водителю «Автосана». Водитель «Автосана», значит, ударившись об КАМАЗ, вынужден был заехать вот на заправку и ударить вот легковые автомобили. Вот что из этого произошло. В этой аварии пострадали еще 4 автомобиля: Toyota, Ford, Lada Priora и Газель. К счастью, жертв удалось избежать. За помощью к медикам обратились 3 пассажира автобуса. На сегодняшний момент у нас 3 человек обращались в больницу. Значит, один человек госпитализирован, один осмотрен, отпущен домой, третий не нуждается в лечении. Водители пострадавших автомобилей говорят, сразу и не поняли, что случилось. Кто-то в момент аварии вышел из машины, чтобы рассчитаться за топливо, кто-то наоборот, только подъехал, чтобы заправиться. Хотел вылезти из автомобиля, тут удар в водительскую дверь. Повернул голову, Ford Focus у меня в двери. Все, больше ничего не видел. И пролетел КАМАЗ, он туда вон он стоит. Кричали на заправке, что вот выключай, наверное, там подача топлива шла в этот момент. Побежали, выключили, все вовремя, как бы все обошлось. Стоит добавить, что все обстоятельства и детали этой аварии предстоит выяснить экспертам. И только тогда можно будет говорить о наказании виновных. Юлия Гафарова, Вадим Доминов, «Наше время».